Вот вы знаете, что мне, на какую тему мне сейчас хочется поговорить? У меня вот такое ощущение, как женщины, что вот женщины и мужчины в своих, ну, скажем, правах как-то не равны. И вот я всегда думаю, откуда же это происходит? И вот у меня постепенно вот цепочка такая привела меня к краю. Вот я думаю, может быть, из-за того, что Ева первая согрешила. Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков. А если бы вы встали на место мужчин в нашей стране, которые, когда идут в школу, кто учит мужчин? Женщины. Ну, женщины. Заходишь, да, ты в троллейбус, кому платишь? А, хотите, да. И так далее, до бесконечности. Такое ощущение возникает, что в наше время, наоборот, женщины правят миром. И мы виноваты, да, что вы такие, да? Я когда-то услышал фразу, значит, самая уязвимая часть общества – это гетеросексуальные мужчины. Я с этим согласен. Самая незащищенная часть общества. Нет, женщина. А скажите, а кто родил мужчин? Ну, как кто? Женщина. Да, вот виноват. Давайте вернемся вот в рай. И вот, знаете, первый вопрос, да, вот там случилось что-то ужасное, да? И вот обычно я помню себя, когда я еще не читала Библию, я думала, что вот самый грех, который там был ужасный совершен, это секс. Вот что Библия об этом пишет? Что там было? Да, что там случилось? Расхожее мнение о том, что суть грехопадения, да, заключается в интимной близости. Да. Это совершенно не так. Не так. Абсолютно не так. Хорошо, а какие тексты есть там? Что там было? Что там первая вообще глава, случилось? Первая глава Бытия. Ну, если, как вы говорите, в рай возвращаемся, да, где давайте. Все началось. 28-й текст. Угу. Я думаю, что вы именно на этот текст хотели, да, да, указать. Да. Здесь сказано, что Бог благословил, да, их, то есть мужчину и женщину, да, и сказал им: плодитесь и размножайтесь. Ну, а, собственно, как можно плодиться без секса, без, да, секса, да, сексуальной близости. Поэтому этот текст открыто говорит о благословении Бога, сексуальных, угу, отношений между мужем и женой. То есть Бог творец интимной жизни. Можно так сказать? Да. Ну, да, хорошо, я сейчас кроме не того, хочу. Но... вот еще одна фраза, которая присутствует еще в Эдеме. Нехорошо быть человеку одному. Угу. Если бы Бог задумывал секс вне рамок эдемского наслаждения, да, угу, то он бы не сказал бы эти слова. Нехорошо быть человеку одному. Верно. Угу. Ну, хорошо, значит... Суть, вот, да, вы задали вопрос, да, а что? Суть все-таки греха или, да, грехопадения была в непослушании. Бог заповедал им не вкушать запретные плоды, даже не прикасаться к ним, как мы читаем в книге Бытие. И суть греха был в том, что они не послушали своего небесного папу, прикоснулись, первая Ева вкусила, а потом дала мужу своему. Нет, вот мне интересно, а почему она-то первая? Как случилось-то вообще, что вот она там... Вы знаете, мне кажется, что не стоит сейчас задаваться вопросом, кто же первый, кто же второй. Мне кажется, что ответственность за это равна. Потому что есть сторонники, которые говорят, да, женщина первая, значит, больше виновата. Но извините, а кто же мужчине? Это яблоко или что там в рот? А он добровольно. Вообще Адам молчит. Да. Адам молчит здесь. Вот. И Бог вменяет ему вину, когда он судит, да, конкретно разговаривает с Адамом. Угу. Он говорит Адаму: за то, что ты послушал голоса жены твоей. Угу. В этот момент Адам молчит. Сказать-то нечего. Сказать-то нечего, действительно, что сказать-то. Вот я слышала, что вот такое, да, что он потому вот взял этот плод, да, что
он ее любил. Вот из любви к ней. Вот, может быть, такое, что вот. Ну, красиво. А послушайте, главный, нам женщинам. Главный аргумент. Нет, нам, женщинам, это приятно слышать. Насколько это оправдано? Ну, предположим, человек, вот был человек, и он трагически закончил свою жизнь. А я люблю этого человека. Что же я теперь должен за ним пойти? И тоже так же закончить трагически свою жизнь? Нет. Трагедия, да, происходит в этой семье. Женщина делает то, что Бог сказал нельзя, но Адам ведь идет за ней и делает это же самое. Поэтому нельзя умалить вину мужчины. Мне кажется, даже давайте разберемся вообще, в принципе, в чем проблема с грехопадением, в чем причина. Вот буквально с первых текстов 3 главы мы читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог?» То есть, другими словами, а на самом ли деле Бог прав? Да. И суть грехопадения в том, что сатана очень умело удаляет Бога из семейной пары. И мы видим, что вот чуть позже, да, Адам уходит. Бог его находит где-то далеко от себя. Он ищет его, там, да? Там его спрашивает, где ты, Адам? Где ты, Адам? Да. То есть вот суть грехопадения в том, что человечество потерялся. Позволило сатане разрешить, удалить Творца из вот их семейного круга. Да, ведь Ева тоже ушла от Адама, то есть она от него отделилась, правильно, и она туда пошла разговаривать с этим змеем. Тоже неправильно. Сложно сказать. Да. Здесь, конечно, хочется так сильно и такое искушение возложить вину на сатану, но правда в том, что выбор делали сами Адам и Ева. Нет, я говорил не об ответственности, я говорил о механизме. Механизм грехопадения, он такой, а ответственность, она дальше, она действительно прорисована. Ответственность и на женщине, и на мужчине, причем в равной степени. Абсолютно. Согласен. Да, вот я не согласна, потому что как раз во втором мой вопрос, суть проклятия. Там прочитаем самое проклятие больше всего на женщину. Да, это в Бытие, вот 3 глава, 15 и... Спорно, 16 стиха. Да, давайте прочитаем. «Жене сказал, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». А вот давайте еще 14 прочитаем, вот тоже интересно, да? «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве с вами и будешь есть прах во всей жизни». То есть проклятие начинается со змея, правильно? То есть тот, кто сделал этот шаг, тот, кто соблазнил его, он первый получает зачинщик. Проклятие. Да. Что вы этим хотите сказать? Что, ну, не Ева очень так виновата. Очень я виновата. Вот, и потом начинается, и вражду, и жене сказал, умножу скорбь твою, в беременности твоей. Вот, понимаете, вот что это такое? Это очень, ну... То есть Бог определяет ей путь жизни. Путь горести и страданий. Во-первых, Бог не проклинает женщину. А, здесь не мы проклятие. Нигде, а где вы можете меняется. Прочитать, что Бог не проклинает женщину? Бог проклинает змея и землю. Проклятый. Но не женщину и мужчину. Не, но все равно, смотрите, если список так вот посчитаем, умножу скорбь твою, беременность твоей, раз, в болезни будешь рожать детей, два, к мужу твоего лечения будет, ну, не знаю, проклятие или нет, сейчас поговорим, вот, и он будет господствовать над тобою. То есть, вы понимаете, вот оно, откуда происходит-то. Здесь написано, что он будет господствовать над тобой. То есть, не равны мы все-таки. Давайте будем все-таки последовательны. И не применять термины, которые не отражают суть Священного Писания. Бог не проклинает женщину. Бог не проклинает мужчину. Бог проклинает змея и землю. Кроме того, смотрите, вы говорите о том, что женщина, ну, дескать, больше пострадала. Да. Ничего подобного. Ничего подобного. Жене, 16 текст. «Жене сказал, умножу скорбь твою. Да, да. В беременности твоей, да. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое». Читаем дальше. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, ел от дерева, о котором я заповедал, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться
от него. Да. Здесь используется одно и то же слово по отношению и к мужчине, и к женщине. Угу. И, кстати, значение этого слова – это совсем не скорбь. Ну, а какое? А суть, ну вот этимология вот этого слова заключается в тяжелом труде. То есть, другими словами, теперь отныне, Адам, ты, твоя, ну, в поте лица будешь добывать твоя хлеб, миссия, да? Да, она будет в добывании хлеба, в обеспечении семьи, она будет тяжелее, чем была до этого. А для женщины? То же самое, что касается женщины. Твоя миссия, как вот дающая жизнь, она твоя будет сложность тяжелее, будет, да? Сложность ее будет, чем была в Эдеме. Поэтому тут вот даже если посмотреть на значение, на использование слов, лексики, применительно к Адаму и к Еве, она одинакова. Мы не видим здесь разницы. В тексте нету того, что Бог проклинает, ну, якобы кого-то проклинает больше, кого-то женщину меньше, больше, да? Мужчину меньше. Это не так. А вот, да, вот земля проклятая, вот это справедливо, вам кажется? Что земля проклятая? Люди это сделали? Но ведь человек являлся владыкою. Бог наделил его правом владычества, поэтому земля и все, что наполняло, было под человеческим управлением. А поскольку владыка становится в таком положении грешника, то и все, что ему подчиняется. Есть теория. Да. Она мне очень нравится, и я считаю, что она, ну, правильная теория. Вот эта фраза «проклята земля за тебя». Другое значение вот этого слова «за тебя» — «ради тебя». Поэтому здесь милость Божия, да, труд благословения. Трудность — это скорее плюс для человека, чем минус. Для грешника, скорее. Для грешника, да, для человека в состоянии уже, ну, после грехопадения. Да. Поэтому проклята земля ради тебя. Да. Чтобы не было праздности. Ну, если бы земля осталась в состоянии чистом, а человек в состоянии восстания против Бога, как бы сложно пришлось бы всем творениям и самому человеку, видя то, что он потерял, всегда видя это, да, постоянно пребывая даже с этим творением в конфликте. А знаете, когда мужчина представляет из себя жалкое зрелище? Когда? Тогда, когда мужчина лишается или кем-то, или самим собой лишает, он сам себя лишает дела жизни. Это правда. Когда мужчина не имеет дела жизни, все. То есть он не делает то, что ему нравится, в депрессии. Это все. Это его смерть. И поэтому проклята земля ради тебя. Да, слушайте, нам надо Богу очень много раз говорить спасибо за то, что он проклял землю, что теперь нам надо работать, находя себя в этой деятельности творческой, потому что если бы у нас было, знаете, все вот так вот нам давалось, да. Это было бы очень серьезная проблема для нас. Да, не ценил бы человек. Хорошо, а мне вот интересно, влечение твое, да? Вот что это значит? К мужу твоему влечение твое? Вот очень интересно, что это такое? И господствовать, а он, значит, болезни будешь рождать детей, понятно, и к мужу твое влечение твое. Вот, как я понимаю, как обычная женщина, да, значит, влечение, значит, его любовь независимая, а ее любовь зависимая от мужской любви. То есть женская любовь зависимая от мужской любви. Потому что вот мне, я читала в одной книжке, что мнение женщины зависит от того, как с ней общается мужчина, как с собой ведет. И вот она подвластна ему в этом, что ли? Может быть, из-за этого, вот, как наказание, вот что там она первая не послушалась Бога? Что значит влечение? Сексуальное? Вот вопрос давайте ответим. Это сексуальное влечение здесь или какое здесь? Основной оттенок здесь все-таки зависимость. Все-таки зависимость. Обратите внимание, первое последствие грехопадения – это нарушение отношений в семье. Да. Первый раз Адам и Ева ссорятся после грехопадения, когда уходит фактор Бога из семьи, они первый раз ссорятся. И между ними начинается выяснение отношений. То есть они ищут, а кто вообще, кто прав, кто виноват. И мы сразу видим вот этот разлад в семье.
Вот смотрите, для меня, вот сейчас вопрос такой, к мужу твое влечение твое, и потом там, и он... Я услышал, увидел вашу мысль, да. Я почему-то склонен именно к этому. Влечение к мужу, оно связано с господством мужем над ней. То есть это некая, наверное, зависимость или созависимость женщины от мужчины. Вот это выражение, знаете, влечение твое. Вот попытка Бога вот здесь, вот когда он произносит приговор, это попытка вообще наладить, то есть структурировать вот этот разлад. Угу. Понимаете? Не просто вот он так произносит суд с высоты там своей, да, вот так и так и так, все, я вас проклял всех, идите занимайтесь своими делами. Это не так. Наоборот, здесь видна попытка Творца наладить вот эти отношения, которые просто вот разладились после грехопадения. То есть Бог не хотел этим сказать, что у вас будет невыносимая жизнь теперь. Да, вот и что ты будешь слушать, жизнь. И Адам над тобой будет господствовать. Издеваться будет над тобой. Да, ты там, в общем, делай с ней что хочешь за то, что... Мне кажется, здесь Господь распределяет роли между мужем и женой в этом плане. То есть здесь как бы выступает лидерство мужчина, а женщина, ей отводится роль деторождения. Смотрите, вот говоря о господстве, дело в том, что есть не одно слово, которое означает господство. Да, вот что это такое? Не одно слово, не один термин. Это может быть у нас в языке, да, господствовать это тирания какая-то, да, и, в общем, я все, как скажу, так и будет. Да, еврейское слово, которое используется здесь, вот как господствовать в Бытие, 3 главе, подчеркивает лидерство с ответственностью. Есть другое слово «господствовать» или «владычествовать», да, которое в Бытие 28 тексте 1 главе применяется. Угу. Оно применяется по отношению к животным. И вот эта форма господства, да, это действительно господство. А вот здесь, когда Бог говорит, муж будь господствовать над тобой, речь идет о лидерстве. Но и лидерстве, наверное, я бы сказала, смиренное лидерство. С ответственностью. Да, с ответственностью, которую мужчина сознательно берет на себя. И проявляется это в заботе о женщине, правильно? На самом деле... Любовь проявляет. Так? А вот, кстати, то, что вы сейчас говорите, это очень созвучно с тем, что уже в Новом Завете есть. Да. Как данность. Да. Вот в одном из посланий, в первом послании апостола Петра, обращение к мужчинам. Апостол пишет так, 3 глава, 7 текст. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Угу. То есть, вот я согласен с тем, что сейчас Александр говорит, мужчина и женщина, по сути, перед Богом равны, но ответственность в общем за их жизнь, за эту семью, возложена на мужчину. И здесь, Петр обращаясь к мужьям, просит, чтобы мужчины относились к женщинам как к немощнейшим. То есть, вы понимаете, намек на то, что мужчина более сильный. Да, он стабильный вообще в эмоциях, а мы, женщины, слабые, поэтому нам нужно вот такое покровительство. Покровительство с любовью, защита. То есть, вот как мы это понимаем, как Бог к нам относится, вот так же и мужчина к женщине. То есть, господство — это не какая-то там тирания, а это вот любовь. Мне кажется еще, что вот после грехопадения Господь вот таким как бы повелением своим предостерег женщин, чтобы они не стремились к тому, чтобы быть мужчиной. Да. Потому что самая огромная ошибка женщины, когда она хочет стать мужчиной. Да. И наоборот, мужчина. Сейчас эту тенденцию видно. А женщина не хочет. Женщиной. А женщина и не хочет. Она просто должна. Она вынуждена. Она вынуждена. Потому почему? Потому что мужчина, тогда. Где мужчина? Не берут господство. Да. Но есть и другой вариант, что женщина хочет быть сильнее мужчин. Я хочу так сказать, что никогда женщина не возьмет лидерство до тех пор, пока мужчина ей это не позволит. Не отдаст. Или в другом случае, если женщина воспитывалась в семье, где лидером была мама, и она вольна или невольна, но она может перенять эту модель в свою семью. Да, но не факт. Не всегда.
Здесь может сработать нечто от противного, когда желание наоборот, чтобы этого не было. На такую модель семьи. Может, она видела свою мать несчастной. Но честно скажу, я почему-то в своей практике, в опыте встречи с такими людьми замечал, что дочери повторяют мам. Может быть, это большинство случаев. В большинстве. Ну, хорошо, значит, мы договорились, да, что господствовать – это хорошо для женщины, когда муж над ней господствует, это хорошо. Не будет ошибок Евы. Да, вот, хорошо. А давайте тогда сейчас поговорим о супружеской спальне. Кто у нас здесь господствует? Потому что вот есть такое мнение, что женщины наказывают мужчин сексом, а мужчины наказывают женщин чем? Деньгами. Он говорит, ну я тебе не дам, и я тебе не дам, и все. Получается, даже надо. А вот что нам говорит, да, что нам говорит новый закон на эту тему? Ну, не соглашусь, не вполне соглашусь с вами, что только мужчины, женщины, наказывают отсутствием интимной близости. Ну, это манипуляция, нет? Манипуляция, но да. И мужчины тоже манипулируют интимной сферой женщин. Так, знаете, это принято считать, что эта сфера вот для да, мужчины, она нет, прям вообще... Да, мужчина а только думает об этом. Это не так. Это не так, потому что для женщины интимная близость не менее важна, чем для мужчины. Не менее. Она воспринимается несколько иначе. Ну и как же воспринимается? Но все же нужно согласиться с тем, что эта тема больше касается мужчин, болезненней для мужчин. Да, вот мужчина не может прожить без секса, женщина может прожить без секса. Не факт. Ну, не факт? Не факт. Я тоже не совсем соглашусь с этим, что мы не можем без этого. Если Господь нас сотворил одинаковыми, да, и вот заложил дар сексуальности в нас, и что если двое живут вместе, значит, должно быть как-то одинаково. Ну вот у нас такая, ну не знаю, ну насаживается такое мнение, что да, вот мужчины. И вот что интересного, давайте, не согласны. Дело в том, что это стереотип, который пытается сегодня, скажем так, в нашем обществе продавить, что это важнее для мужчин, для мужчин, для женщин это не так важно. Угу. Да неправда это, слушайте, неправда. Неправда. Нет, неправда, конечно. Может быть, мужчина, он резче реагирует на внешние раздражители, да, то есть он увидел обнаженное женское тело, все, он отреагировал. На этом, кстати, реклама современная построена. Да, но холодильник и... Рядом девицы, да? Да, обнаженные. Да. Да, хуже, когда вообще ключи автомобильные вот, продают, да, и их рекламирует женщина. То есть одно с другим совершенно, да, не связано. Автомойку используют. Но, может быть, женщина, скажем так, скромнее реагирует на внешние раздражители. Но для нее близость с мужчиной переживается гораздо более осознанно и глубже, чем для мужчины. Поэтому я в корне не согласен с тем, что это только вот мужчины на это реагируют. Да не так это. Вот давайте прочитаем 1 Коринфянам 7:4. Вот очень интересно здесь написано. Я давно, вот я помню, прочитала первый раз вот этот стих. Это лет где-то 20 назад, конечно, я была в шоке от этого, что вообще, во-первых, что написано это в Библии. От чего вы в шоке? Ну вот сейчас прочитаем. От 4 стиха, да. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. А что ж вас так в шок повергло? Ну как что? Во-первых, здесь... Да, нет, раз. И во-вторых, что открытым текстом здесь написано, что, пожалуйста, делай, что хочешь. Мне кажется, здесь все-таки попытка, наверное, попытка увести человека от эгоизма, когда происходит манипуляция. Один манипулирует другим, говоря, я тебе это дам, не дам, ты мне то не даешь. Значит, вот этот текст, он как раз говорит о том, что в отношениях между супругами не работает, что это твое, это мое. Вот. То, что твое, это мое, а то, что мое, это твое. А значит, полное равноправие. Вы спросили про спальню?
Да. Мне кажется, вот этот текст, он относится как раз к спальной комнате. Да. Четко отвечает на этот вопрос. И что он отвечает? О том, что, равны. Что в этом вопросе эгоизму места нет. Не, понимаете, это не работает таким образом, что вот мужчина главный, и вот что я закажу, выберу, да, да, из сексуального меню, то будь добра, мне и приготовь. Нет, Бог поставил это в зависимость. То есть то, что происходит между двумя, между супругом и супругой в спальне, это обязательно должно быть обоюдным. Ни в коем случае никакой доминанты, никто не должен вот эту доминанту использовать. Ни мужчина, ни женщина. Причем здесь не отменяется принцип главенства мужчины как того, кто ответственен за всю сферу, за всю симфонию их семейной жизни. Это не отменяется, что если в общих вопросах там семьи мужчина должен нести ответственность как сильнейший, а здесь они абсолютно равны, наверное, мужчина также несет ответственность и за эту сферу, как глава. И как он будет управлять, и как он будет использовать, апостол Петр советует, как относиться к женщинам, как к немощнейшему сосуду. Друзья, согласитесь вот с таким выражением, что мужчина наслаждается счастьем, которое испытывает, а женщина наслаждается счастьем, которое приносит. Вот в этой сфере, скажем так, в спальне, как это работает? Конечно, правильно, не конечно, нет. Я тоже, конечно, не согла... нет. Я тоже не согласна. Почему? Ну, как чистый эгоизм здесь. Мужской, причем. Да, в этой фразе мужчина, да, знаете, такой эгоист. Наслаждение получает, да, он, только он, как бы, да? Да. И не заботится о своей... Нет, это не так. Я хочу сказать, что даже многие специалисты в области сексологии говорят о том, что мужчина по-настоящему чувствует себя мужчиной только тогда, когда его женщина счастлива, счастлив с ним в постели. Поэтому я в корне не согласен с этим вопросом. Я тоже. Иначе будет развиваться комплекс неполноценности. Он перейдет, мне кажется, этот комплекс в насилие. Вообще Библия не рисует только женщину мне как сексуальную рабыню. Нигде. Вот удовлетворение потребностей друг друга, да. Но какое-то насилие... Машины, и вообще быть сексуальной машиной, которая, да, у нас сейчас постоянно вот это идет. То есть абсолютно ты сексуальна, мне кажется, ты что красавица, вот ты, в общем... Все-таки говоря о спальной комнате, вот эти тексты, то, что вы привели, они являются самыми важными. Муж оказывает жене должное благорасположение. Это включает комплекс отношений. Это, как мы говорили с вами однажды, о том, что любовь начинается с утра. А вечером красиво заканчивается. И муж является прямым участником. Чтобы эта любовь красиво закончилась, зависит многое от мужа. Оказывай жене должное благорасположение. Не написано же, что жена оказывает должное, да, расположение. То а есть муж, вот интересно. Лидерство мужчины или господство? Вот это господство. Мужчины заключается в чем? В том, чтобы сделать, окружить женщину такой атмосферой. Ты задаешь тон всему. Чтобы потом она вернула это тебе. С процентами. С процентами. И в этом красота и счастье. И все были бы счастливы. И чтобы ты потом вернул ей с еще большими процентами. Вот это библейский идеал. Вот это симфония любви. Да, точно. Thank you.